Смотрите, какой вид из окна. Вчера еще был снег, сегодня снега нет. Идет мелкий дождик. Всем привет! Сегодня у нас суббота, выходной день. Вчера мы так хорошо посидели. Аня пришла с внучками и до 12 часов болтали, ели, съели мои голубцы, супчик, нарезала колбаски детям, помидорки, огурчики. Короче, все слопали. И сейчас мы по новой опять готовим. Готовим, потому что придут внучки с ночевкой в гости. Ну и вот уже замесила тесто на оладушке. Сделала куриные ребрышки с паприкой, с картошкой, с тыквой. Замариновала. Здесь уже поставила сковородку, потому что скоро придут. Здесь стушила картошку с фаршем. Короче, как всегда, немножко приготовилась. Ну что, начнем стряпать оладушки, а то скоро придут уже внучки. Вот такие пышненькие, красивенькие, зажаристые оладушки у нас получились. И мы их с чаечком, кофеечком, со сгущеночкой, кто с чем, с нутеллой, будем чаевничать. Но я с вами не прощаюсь. Раз пришла внучка, значит, будут танцы, либо печка, либо лепка, либо рисование. Она сейчас занялась у нас танцами и рисованием. Поэтому следите за нами, мы будем